вами мы с Олегой и Еленой. Сегодня я приготовлю праздничный новогодний салат «Обезьянка». Нарезаем одну луковицу, 3 яйца и 2 запеченные куриные грудки. Натираем 2 очищенных яблока и 100 грамм сыра. Добавляем 3 столовые ложки майонеза. Перемешиваем. Формируем голову обезьянки. Дробим грецкие орешки и натираем 50 грамм сыра. Украшаем салат сыром, орешками и маслинами. Салат «Обезьянка» готов. Он не требует долгой пропитки, его можно сразу подавать на новогодний стол. Смотрите мои рецепты, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Мусулега Елена. Па-па!